В России продолжаются масштабные чистки среди коррупционеров. В непростое для страны время ненасытные чиновники набивают карманы денежными средствами, выделенными на нужды участников спецопераций. Так, председатель комитета Ставропольского края по делам национальности и казачейства обвинен в хищении почти 80 миллионов рублей. Председатель заключал контракты на поставку товаров для обеспечения нужд участников СВО, но завысил сумму контрактов на почти 80 миллионов, которые положил себе в карман. Возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере. Некоторые же слуги народа пытаются сбежать с полученной прибылью. Арестованный за мошенничество экс-депутат Брянской облдумы Артем Ашека планировал скрыться от следствия после того, как взял у потерпевшего 11 миллионов рублей якобы для решения вопроса по корпоративному спору и заявил, что деньги пойдут на взятки правоохранителям и судьям. Но все пошло не по плану, и даже обширные связи в правоохранительных органах не помогли Ашека избежать суровой меры пресечения. В Сыктывкаре зачитали приговор экс-министру внутренних дел республики Коми Виктору Половникову. Бывший правоохранитель получил 9 лет колонии за взятку в размере около 15 миллионов рублей. За то, чтобы смягчить приговор руководителю местной строительной компании, Виктор Половников получил от него земельный участок с таунхаусом в Сыктывкаре за 8 миллионов рублей. На остальную сумму министр сделал ремонт и закупил мебель. Но суд не оценил его тяги к оформлению интерьера и посчитал приобретение жилья и его обустройство отмыванием средств, полученных преступным путем. Теперь экс-министр отбывает срок в колонии строгого режима и выплатит штраф в размере 14 миллионов рублей. Кроме того, бывшего полицейского лишили звания генерал-майора. Редакция «Момента истины» продолжает борьбу с коррупцией. Если вы столкнулись с судебным произволом или другими фактами, то свяжитесь с нашей редакцией по указанным контактам.